В Павлодаре экологи обнаружили на свалке строительного мусора государственную символику – герб Казахстана. Сейчас стражи порядка уже ведут активные поиски нарушителей, им грозит большой штраф. 30 июня 2022 года на окраине города Павлодара среди строительного мусора обнаружены два герба Республики Казахстан. На место выезжала следственная оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 372 Уголовного кодекса Республики Казахстан надругательство над государственными символами. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правильно утилизировать госсимволы нужно либо сжигая, или расплавляя, либо измельчая на мелкие кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметров. Стоит отметить, что надругательство над государственными символами по Уголовному кодексу наказывается штрафом, превышающим 6 миллионов тенге, либо исправительными работами сроком до 600 часов.